Витископ. Мы надеемся, конечно, что будет чемпионат. Он нужен обязательно. Мы понимаем, что условия сложные. И сложные в нашей стране, и финансово. И многие команды не участвуют в чемпионате. Три команды готовы. Мы надеемся, что все-таки будет четвертая команда, и чемпионат Украины будет обязательно. Где играть? Я думаю, что ради чемпионата Украины найдем, где играть. Насчет финансов, ну, если люди собрались и подтвердили три команды, то я уверен, что и Кременчук, и все остальные команды, если они уже пришли, значит, они подтвердили и на что-то уже рассчитывают и надеются. Поэтому я не думаю, понятно, что там бюджеты не заоблачные, но чтобы провести полноценный чемпионат, вполне достаточно. Поэтому проблема в четвертой команде. Даже в прошлом году я предлагал Сергею Алексеевичу Тарутию сделать такую как бы молодежную команду «Сокол» на базе детской школы, чтобы наши воспитанники, которым уже там 18, 19, 20, 22 года, оставались и играли. Это не требует таких больших затрат, но чтобы клуб «Сокол» существовал и наша молодежь играла именно в «Соколе» и представляла клуб «Сокол» в чемпионате Украины. Такое как бы предложение есть. Пока ответа нету, ну, я так понимаю, Сергей Алексеевич думает, что делать дальше. Понятно, что у него много забот, хлопот, но все равно это наши дети, наше будущее, наша молодежь. Хотелось бы к концу октября, в начале ноября, чтобы уже начался чемпионат Украины. Я думаю, что это было бы реально, и реально было бы подготовиться в течение месяца. Спортсменам достаточно выйти на определенную форму, чтобы участвовать в чемпионате Украины. Витископ. Спортивное видео.